сувенирная продукция с логотипом вашего клуба «Спортпринтер». Здравствуйте, друзья! Компания «В спорте.ру» и Северная лига ЛФЛ начинают прямую трансляцию матча 7-го тура высшего дивизиона А. APC и ЦДК сегодня воскресным утром будут сражаться на Флотской. Ну и ваш комментатор на ближайший час Кирилл Разумовский. Команды в центре поля, команды как-то буднично вышли, что ли, на газон, сразу так построились в центральном круге, без вот этого традиционного выхода. Ну и, может быть, не самая, наверное, важная игра для соперников с точки зрения их турнирных перспектив. С другой стороны, ЦДК по-прежнему претендует на медали. Ну а что касается APC, то команда сражается за места в Еврокубках. В общем, на сегодняшний день, может быть, по отношению к ЦДК это и несколько непривычно, но это не лидеры чемпионата. Тем не менее, все может еще измениться и во втором круге, и по итогам сегодняшней встречи. Итак, игра началась. Армейцы в синей форме, APC в красно-черной. И сейчас представлю действующих лиц. Главный арбитр сегодняшней встречи — Юрий Апанасенко. Он дал свисток к началу встречи. Ну и армейцы сразу атаку проводят. Она заканчивается неудачным прострелом. Сейчас по составам играющих команд пройдемся. У APC в воротах Дмитрий Яснов. Тройка защитников: Артем Феоктистов, 18-й номер, Марат Сабиров, 4-й, Михаил Лобанов, 14-й. В полузащите слева Глеб Волков, 13-й. В центре Юрий Котов, 87-й. И на другом фланге Сергей Трушляков, номер 17. Впереди Василий Милентьев, номер 15. Состав ЦДК следующий: в воротах Денис Зайка, номер 1. В центре обороны Андрей Смирнов, номер 5. Слева Сергей Сбродов, 20-й. И справа Александр Авдеенко, номер 14. В центре поля, Сергей Краха, 88. На флангах Олег Полтевский, 7-й. И Андрей Коряка, 4-й. И Андрей Говоров, 13-й на острие. Ну, что касается состава ЦДК, то здесь возможны варианты. Вот сейчас я гляжу, что Краха как раз на позиции правого защитника располагается. Коряка переместился в центр. Полтевский на правый фланг, Авдеенко на левый. В общем, здесь, как всегда, такая творческая неразбериха. Но, в общем, сильные стороны ЦДК являются продолжением слабых или другой стороны слабых. Конечно, иногда удается запутать соперника вот такими перестановками, и в том числе по ходу матча, и с помощью замен. Но иногда путаются сами футболисты. Вот, например, вне стартового состава остался сегодня Валерий Лихобабенко, Максим Бунтов, игроки, которые, на мой вкус, сейчас определяют игру ЦДК. Но, возможно, таков план, выйдут затем и попробуют усилить игру. Ну и отсутствует Евгений Вашурин. Сегодня без него. Насколько это принципиально, сейчас трудно говорить. Вот есть Андрей Коряк. Вообще интересно, контексте переноса игры «Амкар Локомотив» в Москву, не ЦДК ли тут поучаствовал для того, чтобы Коряка приехал, сыграл. «Амкар», конечно, вчера обострил интригу в чемпионате России, в РФПЛ, обыграв «Локомотив». Ну а Коряка получил возможность на день в Москве задержаться. И сегодня мы за его игрой понаблюдаем. Вообще всегда приятно посмотреть, как такие мастера играют. И когда они приезжают, когда они в форме. Вот Коряка сейчас приложился. Очень опасный удар. Ну, рядом со штангой мяч проходит. Ну, а насчет текущей формы Коряки можно только предполагать. Давно мы его в деле не видели. Очевидно, что поддерживает
игровые кондиции, тренируюсь с профессиональным клубом, но все-таки игровой практики, может быть, ему и не хватает сейчас. С другой стороны, PC соперник, который в целом, наверное, каких-то сверхзадач перед ЦДКА ставить не будет. И я думаю, что вполне вероятен сценарий матча электроников и Динамо, когда APC во главу угла поставил надежную игру в обороне, отсиделся, дождался своих возможностей, в концовке забил два мяча и победил. А вот Коряка счет открывает. В центре штрафной его забыли, оставили без опеки. И после скидки Андрея Говорова четвертый номер ЦДКА просто расстрелял ворота Дмитрия Яснова с близкого расстояния. 1-0 в конце пятой минуты. Закономерно. Закономерно и вот примерно так же буднично, как и стартовая протокольная процедура. Вообще, ЦДКА для APC, пожалуй, самым неудобным соперником из топ-клубов является. Естественно, только один раз команды встречались. В первом круге текущего чемпионата, когда APC наконец-то до элитной группы добрался. И та встреча завершилась со счетом 6-0. APC проиграл самой большой разницей армейцам. Со всеми другими лидерами получалось удачнее. В общем, наверное, не могу сказать, что ну, как-то в одну калитку, что ли, эта игра развивалась, но по большому счету шансов как-то не было сразу, и с течением игры они не появились у электроников. Армейцы иногда вот против команд, которые позволяют играть, которые стремятся все-таки комбинационно как-то действовать, ловят кураж и даже вот в своем темпе, за счет своей игры, вот такой комбинационной, может быть, не самый надежный в плане игры в обороне, все-таки умеют преодолевать защиту постояния соперника и добиваться результата. Но второй круг — это совсем другая история. Посмотрим, как на пропущенный мяч красно-черные отреагируют в текущем матче. Пока очень неспешно события развиваются, невысок темп, и соперники позволяют играть друг другу. Ну, может быть, если вот так дальше и продолжится, позже мы увидим какой-то темповой взрыв. И тут надо сказать, что и у тех, и у других достаточно футболистов заявлено в качестве запасных, поэтому есть возможность усилить игру, есть возможность ее как-то видоизменить. Другое дело, что это вопрос качества в том числе. У APC на скамейке есть несколько футболистов, которые могут здорово выйти. Тут момент великолепный у Милентьева. Он в перекладину с близкого расстояния попадает. Причем бил-то здорово после передачи на свободный угол ворот. И пытался перекрыть Дениса Зайку. Точнее, перебросить. Потому что Денис Зайка бросался в ноги ему. В таком, в своем стиле, в прыжке, бесстрашном совершенно. И Милентьев все это успел оценить. Очень техничный удар выполнял, но
Будь расстояние побольше, мяч мог опуститься, а так он просто воткнулся в перекладину и еще в поле вылетел достаточно далеко. Хороший момент у красно-черных. Армейцы, как обычно, допускают на своей половине определенные вольности, но в целом игру контролируют сейчас. Забей, Милентьев, 1-1, и все начинается сначала, но получилось, как получилось. Через Коряку почти все атаки идут армейские. Причем не то, чтобы сейчас он обострял, наоборот, опустился в центр поля. Но принимает участие в розыгрыше, и каждый раз партнер ищет его передачи. Вот Авдеенко. После возвращения в ЦДК в этом сезоне действительно здорово выглядел в первой части чемпионата, но кадровая политика, даже не кадровая, скорее выбор состава на каждую игру у армейцев очень специфический. Очень самобытный в этом отношении. И поэтому Авдеенко тоже не всегда попадает в стартовый состав. Другое дело, что у армейцев достаточно примерно равных футболистов, поэтому тут ротация применяется, играют все и по многу. Ну а все остальное от задач идет, конечно же. Такая напускная пренебрежительность у футболистов ЦДК присутствует в отношении чемпионата Северной Лиги в этом году. Может быть, поняли, что слишком сложно будет его выиграть, имея уже какие-то потери на старте. Может быть, изначально не делали ставку, понимая, что турнир длинный и тяжело его ровно пройти. Ну, а может быть, просто в этом году решили на Лиге Чемпионов сосредоточиться. Это как бы такая полуофициальная версия, то, что я слышал из разговоров футболистов. С другой стороны, вот каждый раз, когда матч начинается, такое ощущение, что армейцы забывают о вот этой иерархии турниров. И пытаются сыграть на победу, как любые амбициозные спортсмены. 10 очков у ЦДК после 6 игр. То есть чуть больше половины. И поэтому в середине турнирной таблицы армейцы и располагаются. Причем после вчерашней победы Голдшарк над Легионом восстановилось равенство между этими соперниками, и четвертое-пятое место ЦДК делится акулами. Личная встреча их завершилась в ничью 2-2. Так что только разница мячей будет определять, но будет она определять и будет иметь значение, когда соперники равное число матчей проведут, потому что после этого поединка у ЦДК будет на одну игру больше сыграно. Голдшарк и Интер перенесли матч в прошлом туре. Вот на данный момент поровну матчи, да. Меньше чем через час уже будет не поровну. Ну а что касается борьбы за медали, то в турнирном отношении армейцы, конечно, сейчас неплохие перспективы имеют. Неплохие, потому что сегодня вечером в центральном матче тура «Динамо» играет с «Интером».
А текущее положение следующее. У Интера 15 очков после 5 проведенных встреч. У Гефеста также 15, но уже 7 матчей команда сыграла. Вчера Гефест обыграл Неву со счетом 4-1. Ну и у динамовцев 12 очков перед сегодняшней вечерней битвой. Соответственно, так можно сейчас прикинуть расклады. Если выигрывает Интер, у него остается 18, у Гефеста 15, у Динамо остается 12 и у ЦДК в случае победы будет 13 очков, то есть команда выйдет на третье место впереди в динамовцев. Если ничья, то у Динамо и у ЦДК будет поровну баллов. У Гефеста будет 15, у Интера 16. Но после этого эпизода Василий Милентьев сравнивает счет сегодняшней встречи. Пока мы тут с вами очки считали гипотетические, как бы заранее записав в этом матче победу ЦДК, на самом деле APC сдаваться не собирается и показывают красно-черные, что пропущенный гол во многом был случайностью. Уже был момент у Милентьева, и он попал в перекладину, а сейчас он свой шанс реализовывает. 1-1 к середине первой половины. Милентьев подтверждает свой статус одного из лучших бомбардиров чемпионата. И у этого нападающего действительно неплохая реализация. Сейчас вообще инициатива постепенно к IPC переходит. Поэтому давайте быстро закончим предполагать. И сосредоточимся на игре, тем более тут и замены уже произошли. Итак, если динамовцы выиграют, тогда все запутается, и тогда расстояние между командами первой пятерки сократится. Ну и во втором круге будем смотреть, потому что нас, конечно, еще ждет достаточно много матчей конкурентов в борьбе за медали между собой. Теперь давайте на поле посмотрим, какие изменения в составах произошли. У ЦДК появился на поле Валерий Лихобабенко, у него номер 6, и Алексей Милешин под номером 15. Теперь также вышел Александр Туменко, номер 83, и Максим Бунтов, номер 10. Соответственно, расстановка следующая. Ну, в обороне... А, еще и в обороне замена произошла. Слав Хатаженков на поле появился. Так, соответственно, Лихобабенко будет играть в центре полузащиты. Милешин отправился на левый фланг, Бунтов на правый. Но тут будут определенные смещения и перемены мест. И Туменко играет на позиции нападающего. 5 замен от ЦДК. И далеко не всегда армейцы играют, применяя вот такую ротацию. У APC Иван Тетерин на поле появился под номером 20. И Евгений Овсянников под номером 2. А также Анатолий Рябко. У него 21 номер на футболке. Какие изменения? Ну, я предположу, что все это линия полузащиты. Потому что Милентьев на поле остался. Ну и остался Юрий Котов. Так что освежили фланги электроники. Тетерин справа, действует Рябко слева. Овсянников в центре. И красно-черные перестроились, похоже, на игру в два центральных защитника. Опасно, опасно. Сейчас скидка вратарю не прошла, и Котов бил в падении. Мяч рядом со штангой прошел. Хабабенко. Нет, здесь
Эту передачу перекрывает защитник соперника. И тут же фол в центре поля. Лёшин. Подкат чистый против него. И если бы у Тетерина получилась передача на Милентьева, могла бы контратака хорошая пройти. Пас прерван был. И сразу еще один фол, штрафной. Ну, тут вот Лихобабенко с левой. Почему нет? Вроде и Милёшин готовится пробить. Мог бы и Коряка, но его на поле нет уже. Милёшин. Отличный удар и гол. Как мне показалось, после небольшого рикошета. Но, наверное, стоит его записать на полузащитника ЦДК. Милёшин выводит свою команду вперед на 20-й минуте. И мне показалось, что в этой ситуации все-таки не лучшим образом сыграл голкипер IPC. Конечно, если рикошет был значим для Дмитрия Яснова, тогда это смягчающее обстоятельство. Но в целом дистанция была приличная, наверное. Дистанция была приличная, наверное, можно было как-то получше стенку выстроить и позицию занять на линии. Здесь нарушение правил, но, вы знаете, такое не то что неумышленное, а просто, я не знаю, если честно, здесь можно ли винить Милентьева. Он спиной находился Денису Зайке, он не прыгал и не подседал под вратаря. В общем, просто течение обстоятельств. Зайка, в принципе, всегда в такой агрессивной вратарской манере играет, использует всю штрафную площадку. И сейчас здорово он сыграл на выходе, но так просто обстоятельства сложились, что Милентьев выше армейского голкипера. И он тоже, в принципе, претендовал на то, чтобы сыграть по мячу. В общем, столкновений, падений неприятные, конечно, но все в порядке с вратарем. Штрафной зафиксирован. Можно продолжать игру. Вот мне интересно, когда мы смотрим на вот этот отрезок игры, вот на вот такой тип соперничества, психологически какие мысли, какие эмоции у футболистов? Понимают ли сейчас игроки APC, что вот с таким ЦДК, немножечко вальяжным, немножечко таким непроснувшимся, что ли, бороться можно и нужно? И здесь нет какого-то громадного преимущества в классе. Да, индивидуально там футболисты по именам, они, конечно, гораздо известнее, гораздо сильнее, чем игроки APC. Но в то же время какой-то пропасти сейчас нет. И к тому же позволяют играть сопернику армейцы. Поменьше брака, посмелее. И вполне, вполне бодрая игра может получиться. Но пока, пока мне кажется, что все-таки электроники с очень большим пиететом ЦДК относятся. У армейцев Роман Памшев на поле вышел. Он слева в обороне заменил Сергея Сбродова. 16-й номер у него. И Вячеслав Саркисов. Также вышел справа. Саркисов изначально в протокол внесен не был, поэтому номер я вам сходу не скажу. Сейчас поближе подойдет этот игрок и
формальностями закончим. У APC Волков на поле вернулся. Я, опять же, не знаю, какая стратегия на матч выбрана. Нужно ли там всем футболистам давать игровое время или нет. Как это вообще принято у электроников. Но Иван Тетерин в эту игру не попал. Вот тот отрезок, который он провел на поле, совсем слабеньким получился. С другой стороны, Тетерин забил мяч в ворота «Динамо». Иногда нужно оказаться просто в правильное время, в правильном месте. Волков, конечно, это получше вариант. Ну и Трушляков продолжает на скамейке запасных находиться. Сейчас, может быть, в концовке первой половины еще появится. Рябко. Очередная неточная передача. Вот у этого футболиста шикарный удар с левой ноги. Но сегодня очень высокий процент брака. Вот сейчас здорово он обыграл Бунтова. И Саркисова. 34-й номер у защитника ЦДКА. Тут еще путаница некоторая с тем бывает связана, что на разных комплектах формы разные номера у армейцев. А в синей экипировке не так часто ЦДК играет. Поэтому, мне кажется, и сами футболисты не всегда помнят, какой у них номер. Нет, есть игроки, у которых одинаковые цифры на футболках. Ну вот Туменко, например, 83-й номер. Это уже можно дополнительно не уточнять. Или Говоров, 13-й. Остальных варианты. Памшев. 4 минуты до перерыва. ЦДК 2-1 выигрывает. И пока, ну, не самая зрелищная игра, прямо скажем. Бунтов. Штрафную передача. Мяч доходит до Туменко. Ну нет. Там уже Яснов перекрывал практически весь ближний угол. Туменко не попал с разворота. Тут же ответ электроников. Рябко на ударную позицию выходил. Там Зайка угол обстрела сократил. В общем, голкиперы дважды подряд в таких потенциально голевых эпизодах победителями вышли. И опять неспешный перекат. Если армейцы расценивают этот матч как этап подготовки к четвертьфиналу Лиги чемпионов против тройки, 8 апреля эта игра будет сыграна, то, пожалуй, я не уверен в положительном исходе этого противостояния. ЦДКА не раз доказывал, что может совершенно иначе выглядеть, когда это требуется. Но тройка — соперник крайне неприятный. И вот эта команда-то играть не дает, как правило. В то же время по классу, безусловно, посильный для ЦДКА. И вообще, сетка Лига Чемпионская достаточно удобная у армейцев. Если задача стоит все-таки выиграть в этом году Лигу Чемпионов, то ведь по большому счету плей-офф — это та стадия, где можно до решающего матча дойти, не победив ни в одной встрече. Ну и уж по крайней мере никаких
обязательств выигрывать все поединки в этом турнире нет. И турнирный путь получается намного короче. Всего 5 матчей до трофея, 2 четвертьфинала, 2 полуфинала, гипотетически, и финал. Да? Это меньше даже, чем один круг на втором этапе чемпионата в Северной лиге, вот при новой формуле с разделением на восьмерки. Поэтому на эти матчи можно собраться, можно оптимальный состав выставить, и всех лидеров пригласить. Но определенный тонус все равно должен присутствовать, определенный уровень, определенная сыгранность. Пока армейцы этого не демонстрируют, малой кровью добиваются результата в поединке с уступающими себе в классе. Ну а сильными не очень здорово выходит. Тем временем у нас последний угловой в первой половине. Евгений Овсянников будет его подавать. И вот здесь есть определенное преимущество. Высокорослых игроков у APC больше. Неплохо. А пробить? Хороший удар, ну и добивание нужно. Волков не решился бить сходу. Мяч на углу штрафной. Подача. В Памшева попадает мяч. Ну, а это что-то. Что-то такое, что считаться опасным моментом не может ни при каких обстоятельствах. Отправляет свисток арбитра команды на перерыв. Давайте, друзья, и мы будем отдыхать и надеяться, что вторая половина получится куда интереснее. Профессиональная печать на спортивную экипировку «Спортпринт-М». Немногим больше минуты продолжался перерыв этой встречи. Ну и этот факт лучше всего характеризует то, что происходило в первом тайме. Вряд ли команды слишком сильно устали. Темп был невысок. И вот помимо трех мячей, которыми отметились Андрей Коряка, Василий Милентьев и Алексей Милешин, был еще один по-настоящему голевой момент у того же Милентьева, но он еще по счете 0-1 угодил в перекладину. В остальном, наверное, стоит признать, что немного пропустили те, кто только сейчас подключился к нашей трансляции. Давайте надеяться, что второй тайм пройдет поживее. И начинается он с атак красно-черных. Милентьев бьет штрафной. В стенку попадает. На подборе своим. Сабиров назад сыграл. Яснов. Вперед Феоктистов сыграл. Он там зацепиться не получилось. Коряка. Давайте сейчас попробуем разобраться, в каких сочетаниях соперники вышли на второй тайм, чтобы легче было ориентироваться. Итак, слева на ваших экранах APC в красно-черной форме команда играет. В воротах Дмитрий Яснов. В обороне Михаил Лобанов и Артем Феоктистов. Я так понимаю, что еще в середине первого тайма APC на игру в два центральных защитника перешел. Но прямо над ними играет Марат Сабиров, и по ситуации он может опускаться глубже и уже уходить с позиции опорного полузащитника на позицию центрального защитника. Так что такая гибкая схема в этом отношении. В центре полузащиты Юрий Котов, прошу прощения, и на флангах Сергей Трушляков
Иван Тетерин. Сейчас на острие действует Василий Милентьев. У ЦДК Денис Зайка, голкипер. В обороне Сергей Сбродов, Андрей Смирнов и Сергей Краха. В центре поля Александр Авдеенко, Андрей Коряка и Олег Полтевский. Впереди Андрей Говоров, а вот теперь он в штрафной бьет в излюбленной манере, развернув защитника под перекладину в ближний угол. Яснов стоял до последнего и поэтому на удар сумел среагировать. Коряка. Тетерин обокрал его, и контратака может получиться. Коряка не успевает за полузащитником, а у того передачи не получается. И все, здесь уже все вернулись и ситуацию исправили. Трошляков. Ходит во фланг. Обыгрывает Крахов, входит в штрафную, удар! Ух, опасно как! Мяч выскакивает на противоположную бровку, здесь Сабиров против Авдеенко, прострел! Нет, выносит мяч Сергей Сбродов. Хороший отрезок APC проводит. Котов, можно слева здесь заряжать долго. И опять блокирует удар. На этот раз Андрей Смирнов. Краха выносит мяч от своей штрафной ближе к центру. Здесь Говоров на подборе. Ну и дальше серия потерь. Мяч у Яснова. Лобанов на Феоктистова. Сабиров. Здорово его поджимает Авдеенко. Армейцы мяч перехватывают. Коряка на правой передаче. Полтевский прострел. Подкате Михаил Лобанов эту ситуацию разряжает. Подача. Сбродов. Говоров. Авдеенко. Ох, какой пас остроумный, между ног соперника проходит. Всех запутал сейчас Александр Авдеенко. Я тоже думал, что будет удар. А такой тонкий пас прошел и Полтевский. В принципе, в эту зону двигался, но чуть-чуть не поспел к пасу. Краха. Ваут играет. Терен, штрафной, Котов. Трушляков. Переводит мяч на другой фланг. Здесь Сабиров. Феоктистов. Нет, это не точно. И это скорее без обреза. То, что называется. Вряд ли. Можно было рассчитывать, что Иван Тетерин за эту передачу зацепится. Сбродов. Авдеенко. Коряку оставляют между зонами. И он здорово открывается, конечно. На Говорова передача. Возвращает мяч Коряке. И никто не пробил поворотом. Нужно было, наверное, в касание решать этот эпизод. Тут Говоров отработал. Да, показалось, наверное, Андрею Говорову, что в штрафной правила были нарушены, и поэтому Коряка не пробил. Отработал он так приличным рывком. В центре поля Юрия Котова сбил. Затем соперники, мягко говоря, недовольство действиями друг друга выразили. Но все это без санкций обошлось. И Коряк тоже сейчас с арбитром разговаривает на этот счет. Коряка тоже считает, что если бы не фол, то, безусловно, бы он пробил с 2 метров.
Но мне показалось, что просто перемудрили армейцы. Можно было чуть раньше удар наносить, можно было сыграть в касание. А так разыграно было все здорово, но без удара. И претензии здесь не принимаются. Зато, может быть, сейчас заведутся чуть-чуть побольше футболисты. Итак, второй тайм у нас довольно живо начался. EPC в атаке больше времени проводит. И определенное давление на ворота Зайки нагнетается. А армейцы, конечно, за счет мастерства острейшим образом контратакуют. А вот здесь что получится? Неплохой удар Артема Феоктистова. Рикошет от защитника и угловой будет. Проходит мяч сквозь штрафную и покидает пределы поля на противоположной бровке. Это фол. Говоров в борьбе за позицию подтолкнул своего оппонента. Не критично, но достаточно для того, чтобы соперника сбить с ног. Вынос на Милентьева. Ну вот такие выносы принесли результат в игре с Динамо. Вроде все примитивно. А по итогу достаточно пару раз зацепиться с хорошей скидкой и голевой момент. Коряка здорово сыграл против Тетерина. Тут Лобанов блокирует удар Говорова. Последний момент буквально, выставляя ногу. Краха поперек. Здесь Бродов. Авдеенко. Много финтов, но результата нет. Все равно потеря. А здесь Зайка в качестве классического последнего защитника играет, не пуская к мячу Милентьева. Тот и так с трудом бы доставал и убровки, наверное, в неопасной зоне для ворот ЦДК. Но выход голкипера позволил армейцам мяч сохранить. Теперь вынос и довольно точный на подключившегося Смирнова. Говоров из штрафной выходит. Смирнов, подача. Коряка, Авдеенко. Смирнов, Коряка. Иначе не проходит, и контратака может получиться. Вот сейчас Милентьев против Сбродова. В центр передача, она проходит, в том смысле, что защитники не сыграли по этому пасу, но и партнер Милентьева, Котов, чуть проскочил ту точку, в которую мяч направлялся с фланга. Неплохой момент, но не более того. Сабиров. Мяч прокидывает. Здесь Трушляков. Краха, хорош. В подкате Коряка, Говоров. Опять накрывают Говорова. А здесь Коряка не пускает к мячу соперника. Вот сейчас вам пример слаженной работы бригады арбитров. После окончания этого эпизода удар Тетерина Зайка отражает. А здесь вы могли увидеть, что вначале главный судья принял решение мяч армейцам оставить, а затем после подсказки Павла Петрова, резервного арбитра, изменил свое решение. И уже электроники получили возможность провести контрвыпад. Там сразу со скамейки ЦДК несколько человек к судье подскочили. Да как же так, мол. Для этого и нужен резервный арбитр. Не просто там стоять
и символизировать власть, а реально помогать главному разбираться в сложных эпизодах, в том числе управлять заменами, вести статистику. Но и вот такие эпизоды, тем более, что буквально в метре от него мяч за боковую выкатился. Сбродов. Говоров. Получает по ногам. Вообще, в таких эпизодах против Говорова тяжело играть. А Михаил Лобанов не самый чистый в отборе защитник. Здесь многое зависит от уровня допустимого арбитром. Если он разрешает контактную борьбу, то против таких оборонцев очень тяжело играть. Но всегда есть риск вот такие штрафные получить. И это точка для Говорова, либо возможен розыгрыш. Говоров бьет, чуть не поднял этот мяч. По направлению все здорово было. Бунтов-то, конечно, головой не пробьет, а Краха на подборе в неудачной позиции находился, в неудобной для сильного удара. Лобанов. Бобровки, Трушляков уходит от Авдеенко и от Коряки. Но в лицевую сам себя загоняет. Здорово выбрался, ловко прокатив мяч стопой между ног соперника. Но удар Глеба Волкова накрывают. Вот мне кажется, сейчас на 45-й минуте APC действительно поверил, что сегодня и выиграть можно. Ничего сверхъестественного ЦДК не показывает. Играет процентов на 40-30 от своего потенциала. Только за счет голого мастерства и без особенных эмоций. И пока этого хватает для того, чтобы вести в счете. Но хватит ли, чтобы удержать победу? Большой вопрос. Тот самый случай, когда работа и старание может обыграть класс. Котов в центре поля. Направо мяч отправляет Овсянникову. Тот выполняет подачу. Милентьев скидку прочитал Краха. Коряка, Говоров бросает, Говоров на ударной позиции. Нет, удар сильным не получился. Но в сторону ворот мяч направил форвард. Феоктистов. Милентьев. Это фол. Андрей Смирнов чуть-чуть не успел и руками себе помог в борьбе. Это опыт. И здесь в центре поля штрафной не опасен. Зато армейцы отошли в оборону всем составом и разрыва не допустили. Овсянников навешивает в сторону ворот. И не понял его Милентьев. Просто получилось, что мяч APC армейцам отдал. Счет, установленный на 20-й минуте, держится. Напомню, как события развивались. В самом начале игры на 5-й минуте Андрей Коряка счет открыл. В середине первого тайма Василий Милентьев его сравнял. И через некоторое время Алексей Милешин со штрафного поразил ворота Дмитрия Снова во второй раз и вывел армейцев вперед. Лихобабенко, Краха. Говоров, хорошая скидка, Лихобабенко, прострел на Бунтова. И успевают вынести мяч защитники. Нет, моментов-то, конечно, у ЦДК достаточное количество, но все они какие-то недоведенные до конца. Где последний пас подкачает, где пробить забьют. Шансы и есть. Здесь пауза связана с столкновением Евгения Овсянникова и Валерия Лихобабенко в штрафной. Овсянников на газоне. Ему несколько секунд требуется для того, чтобы прийти в себя.
Ну и спорный мяч будет. Феоктистов. Трошляков. За счет паса пытались футболисты APC выйти со своей половины. Получилось этого. Вот здесь Феоктистов хорош на перехвате. По флангу идет. Передача в центр. Здесь Саркисов. Прерывает пас и дальше пускает мяч за боковую. Волков. Где эти знаменитые дальние удары Глеба Волкова? Бунтов заправляет по флангу Милешина. Прострел у того не получился. Третий мяч ЦДК, конечно, многие вопросы снимет. Но пока интрига не просто сохраняется, она во весь рост буквально стоит. Еще раз напомню, что динамовцам APC два гола забил в течение последней 10-минутки. Лешин, Лихобабенко, Бунтов. Уходит в центр. Говоров нет. Вот это то самое отсутствие какой-то спаянности, да, какой-то сыгранности. Вроде все правильно, но всюду чуть не точно. Здесь полметра. Там метр, а здесь момент. Милентьев дотягивается до мяча, бьет и... Хабабенко с линии мяч головой выносит. Ну, может быть, там и не попал бы мяч в сетку, но... рисковать не решился. Что номер ЦДК. И продолжается атака. И опять и Хабабенко на пути мяча. Теперь после удара Юрия Котова оказывается... неточный пас. Здесь Трошляков. Сохраняет мяч в игре. Уходит от Саркисова. Он штрафной. Но нужно теперь передачу точно выполнить. Момент какой. Зайка со второго раза мяч фиксирует. В первом случае не удержал его в руках. Но и на добивание никого не пустил. Бунтов уже справа. Хороший перевод, классное подключение Вячеслава Саргисова. Что дальше? Дальше неточный прострел. Анатолий Рябко и Александр Туменко. Тур разных команд замены. Котов уходит в APC. В ЦДК уходит Говоров. Менко тут же за мяч цепляется. Краха бьет и рикошет от Сабирова. Угловой будет. Туменко сам будет подавать корнер. Ух, точно в голову партнера эту мяч направил. И опять защитники... APC как-то выключились из борьбы. Ставили соперника без опеки. Голевой момент сразу возник. Овсяников здорово сыграл. Милентьев. Милентьеву пробить не дали. Там защитник ногой у него снял.
мяч с головы и направил его в сторону собственных ворот. Даже так вышло. Рябко. Поточнее бы. На этой стадии атаки ошибаться уже не очень здорово. Потому что все это в потерю мяча превращается. Зайка. Памшев. Бобровке передача и проходит Милешин. Здесь 3 в 2 у ЦДК. Туменко, Милешин за пределы стадиона мяч отправляет. Фантастика. Волков. Лихобабенко против него. Волков пас центр отдает и сам же его подхватывает. Ну, удар с носка не сильным получился у 13 номера IPC. Теперь армейцы мячом владеют. Лихобабенко, Памшев, Бунтов на фланге. Здорово, здорово уходит за счет передачи пяткой. И дальше фол совершенно неоправданный. Вроде бы игроки IPC на подборе были. Памшев. Туменко. Прострел. Нет, здесь Сабиров внимателен. И тут же неточный пас исполняет. Саркисов. Милешин. Бунтов. Так сказать, варианты. Ох, какая классная передача Бунтова. И Яснов выручает свою команду. Милешин, в принципе, все правильно делал. И не сумел переиграть голкипера. Чуть больше 5 минут до конца. Счет 2-1 в пользу армейцев. Бунтов. Пробить не дадут. Торшляков мяч вперед прокидывает. Но здесь хороший Вячеслав Саркисов на опережение сыграл. Замена. Командует Дмитрий Свиридов. Меняет Лихобабенко. Возвращается Коряка на концовку. Ну, в принципе, логика-то понятна. Сейчас IPC побежит забивать, появятся зоны, а это для Коряки. Лучше не придумаешь. Главой IPC зарабатывает. Дача, ну нет, нет. Здесь все-таки нужно было или скидку пробовать выполнить, или как-то обработать мяч. Но Сабиров не решился, видимо, потому что в определенном цейтноте находился. И нужно было быстрее как-то действовать, там, принимать решение. Котов у IPC вместо Овсянникова. И Тетерин чуть раньше вышел вместо Волкова. Рябко эту передачу перехватил. Тетерин справа. Против Коряки. Нет, еще и мяч у ЦДК остается. Неудачно сыграл сейчас молодой полузащитник. Бунтов, Коряка. Бобровки уходят от соперника в центр передачи. Туменко, Коряка. Ну, это пенальти. И совершенно безрассудный какой-то подкат. Да и зачем? Здесь вообще многое в этой атаке было непонятно. Почему не бил Коряка? И почему он от ворот пошел? Как на тренировке иногда делают. Знаете, когда просто гол неинтересно забивать. Но в итоге для армейцев все закончилось заработанным 10-метровым. Ну а для IPC... Все может сейчас просто закончиться. Да, Яснов коснулся мяча, но отразить его не сумел. 3-1 за 3 минуты до конца. Я думаю, теперь вопросы о победителе сняты. И винить себя электроники могут только сами. Это матчи.
шансы были на благоприятный исход. Ну, а Коряка делает дубль. Сейчас получил со скамейки пожелание оформить хет-трик. Мол, время еще есть. Коряка делает разницу. Difference maker, как говорят. Ну, конечно, не 6-0, как в первом круге. И даже не без проблем. Но, в общем-то, выигрывает сегодня ЦДК на классе. Сабиров. Гол забивает Анатолий Рябко после рикошета. И вот где раньше-то были эти дальние удары, этот трафик перед воротами Зайки? 3-2. Минута. Успеет ли хоть что-то создать еще у армейских ворот футболисты APC? Сабиров. Вперед на Мелентьева. Тут же ответная контратака. Коряка. Здорово. Сыграно. Здесь чуть не в темп попал эта передача Милешину. И есть еще возможность для последнего наступления у красно-черных. Лобанов. Ох, сколько времени потратил, да еще и неточный пас отдал. Не выходит финальный штурм у электроников. Милешин, Туменко. Прострел прерывает его. Опять не удается выйти. Милешин. И еще штрафной. Коряка на хет-трик. Или Хабабенко под левую ногу. Вроде мяч устанавливает. Пожалуй, это последняя возможность забить армейцам в этой встрече. Ну, вся эта атака, я не имею в виду только удар со штрафного. Тут рикошет, может быть, какой-то и отскок. Хабабенко бьет, выручает Яснов. Мяч в поле, между тем. И аут в пользу ЦДК все равно. Роман Памшев там здорово отборолся. Ну и все, да, нечего здесь рассусоливать. Так решил арбитр. Дает финальный свисток. 3-2, победа армейцев. Более чем красноречивая. В общем-то, победа на классе. Без привлечения каких-то дополнительных ресурсов, бустов и всего остального в таком прогулочном академическом темпе. APC испугался сам себя. APC мог сыграть активнее и добиться результата, но сделать это электроники не смогли. Прощаюсь с вами, друзья, но прощаюсь ненадолго. Уже сегодня вечером, буквально через 6 часов, вас ждет трансляция центрального матча тура «Динамо-Интер» в 17:50. Подключайтесь к нашему каналу. Работал для вас Кирилл Разумовский. До скорых встреч на полях Северной лиги.
нанесение эмблем, спортпринтем.